Здравствуйте, меня зовут Оксана Кукса. И сегодня я предлагаю вам вместе со мной приготовить уникальный рецепт из живой кухни, из проросшей гречки с овощами. Чем уникально это блюдо? Тем, что все ингредиенты находятся в том состоянии, в каком создала их матушка природа. То есть мы не обрабатывали их термически. Итак, нам понадобится гречка зеленая, не обжаренная, любое растительное масло, которое вам по вкусу, семечки подсолнечника, молотое семя льна, соль, соевый соус, зелень, болгарский перец, морковь, чеснок и помидор. Основной ингредиент нашего блюда – зеленая гречка. Мы ее не варим, не жарим, мы ее проращиваем. Гречка в пророщенном виде сохраняет намного больше полезных свойств, которые в ней содержатся. Для этого нужно ее хорошенько промыть и замочить в прохладной воде на 2-3 часа. После чего завернуть в марлю и оставить на ночь, часов на 12-14. Когда появятся маленькие проросточки, 1-2 мм, гречка готова к употреблению. Начинаем готовить. Для начала возьмем морковь. Для измельчения понадобится блендер или мясорубка. К моркови добавляем чеснок. 1 или 2 зубчика чеснока, как вам больше хочется. Сюда же добавим болгарский перец и помидор. Разрезать нужно для того, чтобы проще было перемалывать. Сюда же добавим зелень, укроп и петрушку. Зелени можно добавить побольше, от этого будет только вкуснее. Сюда же добавляем семечки подсолнечника, желательно не обжаренные, и перемолотое на кофемолке семя льна. Когда все перемололи в однородную массу, можно немножко присолить. Я использую гималайскую соль. По разным данным ученым, в гималайской соли содержится от 82 до 92 полезных микроэлементов, необходимых нашему организму. В то время как в поваренной соли их только 2. Добавляем соевый соус и любое растительное масло. Оливковое, льняное, подсолнечное. Еще раз все хорошо перемешаем. По желанию можно добавить специи. Мы смешиваем все с гречкой. Потрясающий аромат. Перемешиваем. Подаем блюдо на подушке из зелени. Можно взять рукколу, петрушку, любую зелень. Украсить можно зеленым луком, овощами. Очень сытное, очень полезное, энергетически насыщенное блюдо готово. С вами была Оксана Кукса. Приятного аппетита!